Опасное состояние атмосферы. Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Пониженная гравитация. Я обдумывала видеозапись, которую вам показал Алекс. Ваш брат уверен, что эта версия вас — настоящая Морган. Но почему? Только потому, что она первая? Если вас кто-то создал, полагаю, вашей истинной сущностью будет та, которая исполняет волю своего Творца. Я знаю, кто и для чего создал меня. А вы, Морган, вас кто-нибудь создал? Для чего? Если нет, вам придется придумать свое предназначение. Или жить без него. Странно. Мне известно про вас так много, но я не знаю, во что вы верите. Пора определиться, Морган. Кто вы? Жизни.
Сканирование завершено. Нужно больше. Потрясающе. Оно удерживает души всех своих жертв. Твоя догадка подтвердилась. Это нейронная структура. По всей длине следы синаптической активности. Словно она общается. Остался еще один узел. Я знал, что ты справишься. Отец предупреждал, чтобы я не ставил будущее компании в зависимость от твоих идей. Хорошо, что я не послушал его. Мы хорошо сработались, Морган. Что-то делать. Реконструкция теряет стабильность. Они лгут тебе. Скорее. Следование завершено. Превосходно. Загрузи данные, и тогда останется просто их встроить. По краткой сводке сложно сказать, но... Подожди. Что за... Это... Какая-то нейронная ловушка, встроенная в коралл. О, боже. Морган, возвращайся в мой кабинет. Нужно немедленно загрузить твои данные. Быстро.
Загрузи данные с моего терминала, а я постараюсь как можно быстрее доработать чертеж нового нульволнового устройства. Только осторожно. Тифоны почуют, что мы хотим причинить вред кораллу. Они непременно нападут на тебя. Я оставил кое-что на столе. Это может тебе пригодиться. Морган, передача остановлена. Что-то или кто-то. Черт. Говорит капитан Вальтер Даль. Совет директоров Транстар уполномочил меня принять командование Талосом-1 немедленно. Весь персонал должен прибыть к шаттлам для эвакуации. Если вы не можете этого сделать, передайте сигнал СОС, и мои операторы вас найдут. Да, вот еще что. Алекс и Морган Ю освобождаются от должностей. Не выполняйте их указаний и никак им не помогайте. Отбой.
проверка периметра. Доброе утро, Талос. Напоминаем, что все сотрудники Талоса-1 обязаны проходить ежемесячный медосмотр. Доктор Деврис обещает проводить его быстро и безболезненно. Исследование завершено. Нас заперли. Это Даль. Он уже запустил щупальца во все главные системы Талоса. Должен признать, родители меня разочаровали. Я знал, что у них есть план на случай осложнений, но наивно считал, что они не пойдут против собственных детей. Как бы то ни было, нужно что-то с этим делать. Иначе данные о Корале не отослать. Мне это не нравится. Но тебе придется пробраться в его шаттл. Постарайся найти точку доступа и отрезать его. Поймет, что вы рядом. У всех сотрудников Транстара есть браслеты-маячки. Не сомневаюсь, что его операторы уже идут спасать вас. Эти браслеты выдают и снимают в хранилище данных. Загляните туда, если хотите действовать скрытно. Okay.
Морган, не надо. Даже я, ваше несовершенное подобие, понимаю, что бросать Таллас нельзя. Если вы улетите, то лишь отсрочите неизбежное. Как думаете, куда потом направятся тифоны? Проверка периметра. Обыск зоны. Проверка сектора атаки. Я не опасна. Я поисково-спасательный оператор. Инструменты открыты. Я слышал объявление. Нет, нет, я вас не выдам. Вы помогли мне, а я помогу вам. Если позволите. У меня есть план. Выбраться с Таллоса без кровопролития. Не убивайте далее, пока мы с ним не поговорим. Проем. Фокс-7! Фокс-7!
произошло. Но поверьте, я не желал вам зла. Совсем наоборот. А вот капитан Даль не собирается спасать ничего, за исключением секретных материалов. От вас компании теперь одни убытки. Даль, я знаю, что ты меня слышишь. И знаю, что мой... Что приказал тебе совет директоров, но ты превышаешь полномочия. Отзови своих операторов. Или хотя бы помоги сдержать тифон. Мы на грани. Вот такой он, даже когда прячется. А вы бегаете, словно напуганная крыса. Я слышу, как вы грызете провода и гадите. Пытаетесь исправить то, что натворили? Или сбежать? Я горжусь тем, что всегда готов к худшему. Но это настоящий шедевр. Можете собой гордиться. Решено открыть огонь. Нет, враг обнаружен. Здравствуйте, доктор Ю. Потеря контакта. Повторяю. Запрос нового оператора. Оператор класса М, CM9, Black Box, готов. Не заденьте проем. Доктор Ю? Морган? О, слава богу. Я тут просматривал список контактов в надежде найти хоть кого-то. Я в травмпункте, ищу снаряжение. Наверное, я сломал руку, когда отключилось электричество. Я в западне, за дверью пришельцы. Помощь мне не помешает. Оператор класса М, CM9, Black Box, готов. Не заденьте проем. Доктор Ю.
Калибровка. Сканирую. Сканирование показывает, что ваши умственные способности снижены. Это должно помочь. Это поможет вам сосредоточиться. Приближается оператор. Дайте дорогу. Теперь я вас не вижу. Вашему брату повезло меньше. Я приближаюсь к нему.
зона размечена. Продолжить. Я думал о том, что вы сделали. О том, что делаете. Мы должны действовать в соответствии с нашей природой. Не слушать психологов и жрецов. А ваша природа... Кажется, я прав. Вы похожи на крысу. Находчивость. Хитрость. Некая зловредность разума. Станция была вашей лабораторией. Эксперимент не удался. И, конечно, вы знаете, что бывает с крысами, когда они больше не нужны. Привет, Морган.
Морган. Морган, я боялся, что вас перехватил Даль или его спасатели. Это не спасатели, а операторы NCN-9 Black Box. Спасение не входит в список их инструкций. Январь, не сейчас. Да, конечно, но Даль, он нам поможет, если вы его не убили. Видите ли, у Даля есть несколько нейромодов. Стандартный набор. Бой, тактика, допрос. Наверняка вы знаете, о чем я. Ваш отец и правление очень предусмотрительны. Доктор Игве, изложите свой вывод, Морган. Игве, в чем суть? Да, конечно. Видите ли, у Даля ранние моды, беты серии С, уязвимые. Поэтому он консервативен в некоторых вопросах. Если удалить моды, он может забыть о задании, и мы сумеем вернуться домой на его шаттле. Если при этом у него сохранятся навыки пилота. Это риск, но он того стоит. Его, конечно, нужно обездвижить. Этим займетесь вы. Никто, кроме него, не может управлять шаттлом. Пробовать стоит. Сегодня пролилось достаточно крови. Морган. Мне нужна помощь! Диагностирую. Похоже, у вас вывелся тяжелый день. Я вряд ли смогу двигаться!
7-9, Black Box, готов. Не заденьте проем. Здравствуйте. У вас назначен сеанс. Thank you.